С вами Ольга Липатова. Я приветствую вас на моем канале и приглашаю начать путешествие знакомства с морским парком Варны. И поскольку парк большой, мы познакомимся сегодня только с одной его частью, которая начинается у морского порта Варны. И в этой части парка находится открытый бассейн, военно-морской музей, аквариум и планетариум. Ну вот это морской порт, пассажирская его часть. Дальше очень большой, хороший, открытый, там несколько есть бассейнов. И начинается морской парк Варны, в который мы с вами идем. Итак, мы заходим в морской парк, который протянулся на 7 с лишним километров вдоль берега моря. И здесь получается как бы три линии, три уровня: пляж, парк и потом город. Но сегодня у нас 25 декабря, это Коледа в Болгарии, Рождество, погода 13 градусов, на солнце, я думаю, что гораздо больше, солнце, кстати, очень яркое, вот, поэтому народ гуляет, сегодня праздник, люди отдыхают целыми семействами. Ну, а мы идем исследовать, что интересного находится в морском парке Варны. Сейчас мы проходим мимо военно-морского музея. Вот он здесь расположен, в начале парка. Его можно посещать. Конечно, там очень интересно детям на открытом воздухе ползать, изучать всю эту военную технику. Ну и море. На территории морского парка расположены вот такие чешмы. Здесь можно набрать минеральную воду. Говорят, что варнинская минеральная вода излечивает более 98% наиболее распространенных на сегодняшний день различных заболеваний. И кожные, и женские, мужские, нервные, и многие-многие другие. То есть практически весь действительно спектр известных заболеваний. Здесь расположен аквариум, где можно посмотреть на морских обитателей. Вот там это здание. Ой, ослепительно светит солнце. Не знаю, что получается. Перед зданием аквариума находится макет рельефа земной поверхности Болгарии. Ну вот здесь вот горы, море черное, и сейчас это впадина Черного моря, вместо того, чтобы она заполнена водой, она заполнена опавшей листвой. Травка, как вы видите, зеленая. Конечно, морозов нет, снега нет. Вот, а здесь находится здание морского казино. Это очень большая достопримечательность Варны. Мы к нему сейчас подойдем поближе. А пока давайте посмотрим на планетарий. Да, здесь находится и планетарий в морском парке Варны. Ну вот, и здесь проходит демонстрация звездного неба. Здесь даже по-русски написано, видимо, много русских здесь посетителей, что звездное небо демонстрируют в течение 60 минут, и поэтому не рекомендуют детям до 6 лет брать с собой, вернее, вот этих детей. Кстати, о ценах. Смотрите, значит, учащиеся пенсионеры 2 лева, взрослые 4 лева. Ну, то есть, соответственно, мы все это делим на 2, получаем цену в евро. Ну, а мы с вами двигаемся дальше по морскому саду. И поскольку это все-таки конец декабря, то, конечно, большинство деревьев лиственных свои листья уже сбросили. Но здесь и много вечно зеленых кустарников и хвойных, которые радуют всю зиму посетителей парка. А сейчас мы с вами завершаем первую часть нашего путешествия по морскому парку Варны.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши впечатления. Ну, а дальнейшее изучение этого парка мы продолжим в следующих видео.